Не очень-то похоже на человеческий крик, правда? Это скинвокер. Ужасная тварь, которой вам стоит опасаться. А сейчас я немного расскажу о нем, чтобы вы точно не стали его жертвой. Это существо отлично умеет имитировать человеческий голос. Оно любит звать на помощь, тем самым завлекая к себе. Конечной целью является заманить и съесть беднягу. Также они умеют принимать облик животных. Это помогает им оставаться еще более незаметными, ведь кто будет подозревать в чем-то животное?